Друзья, всем привет! Ну что, начинаем новую серию. И начинаем, ребят, с того, что я хочу сказать, что наступила уже осень. Она, конечно, давно наступила, еще 1 сентября, но пока еще была жаркая погода, такая летняя, еще не хотелось верить в то, что уже осень пришла. А сейчас уже все начинает становиться похожим на то, что уже не то, что осень пришла, уже скоро зима. По утрам прохладно становится уже. Где-то градусов 7, это у нас в Северной Каролине, 7, 8, 10, вот, хотя скажете, да, 10 градусов, прохладно ли, ну, для нас это прохладно здесь, тем более еще, в принципе, как бы, не так еще, не поздняя осень. Вот, сейчас у нас вот такая вот дождливая погодка, все сыро, вот, но это обещает вроде бы к обеду закончиться. Сейчас я из домашнего тракстопа направляюсь на загрузку в Южную Каролину. Ехать 1,5 часа. Загрузимся. Ну а там дальше все расскажу. Поэтому, ребят, все. Поехали в новую серию. Доброе утро называется. В общем, я не знаю, как там получилось. В общем, там грузовик ехал, видимо, в одной из правых полос. И что-то случилось, он просто вот так вот три полосы перегородил. И стоит еще один там какой-то грузовик на аварийке просто. Может, он его зацепил или что, непонятно. В общем, все полосы, раз, два, три, четыре. Четыре полосы перекрыто. И только вот одна правая свободная. Сейчас подъедем. Ну, не узнаем, конечно, но хотя бы посмотрим, что там случилось. Уже в обратную сторону навстречу проехало две пожарные машины. Я уверен, они сейчас развернутся и где-то по обочине проскочат. Вон уже открывается вид, смотрите. Вон там уже в зеркале, видите, пожарники несутся, про которых я говорил. А вот авария, надеюсь, успеем проскочить. Ну давайте уже, ё-моё. Да, он просто его зацепил, его груз. Вот да, блин. Типа там чуваки что-то обнимаются. Ох-ох-ох-ох, смотрите, как его. Вот так случается. И поделили дорогу, ребята. Так, ну что, добрался я до завода, где буду грузиться. Огроменный завод, просто супер большой. Но так мало здесь, ну, как по мне, так слишком мало либо сотрудников, либо машин. Просто огромная территория. Значит, вон меня мужичок встретил и говорит, надо заезжать вон туда, в гаражные ворота. Территория завода, видите, как я говорил, машин мало, там тоже пустая парковка, уже поросла, как говорится, травой. Ой, короче, загрузился я. Не самый лучший груз, не знаю, смогли бы вы там разглядеть чего-нибудь, не смогли. Желания у меня уже подниматься в прицеп, честно говоря, нету. Там старые станки, я так понимаю, этот завод переезжает,
либо они распродали уже все оборудование, либо они просто открывают этот же завод, только в другом штате, и просто перевозят оборудование. Но мне кажется, просто, короче, распродажа, и все, они, наверное, закрываются. Как по мне. Потому что, ну, кому эта дряхлость нужна? Я сомневаюсь. Значит, все в масле, все в стружке, все такое, вот не за что зацепиться. Кое-как закрепил, буду ехать аккуратно, потому что может быть беда. Потому что все скользкое, все в масле. Я такие грузы терпеть не могу. Но вариантов сейчас нету, рынок плохой. Сидел дома почти 2 недели, потому что ничего найти не мог. Нашел вот этот груз, и как бы уже отказываться, либо что-то придумывать, нету никаких вариантов. Нужно брать и ехать. Едем недалеко, 6 часов, это сколько? Ну, где-то 600 километров. Из штата Южная Каролина, город Гафни, едем в штат Кентаки, город Винчестер. Так что, друзья, 600 километров впереди, посмотрим, будет что-то, поснимаем. Ну что, у нас погода наладилась, солнышко, но бесконечные пробки. Сегодня утром я вместо 1,5 часа ехал на загрузку 3 часа. Ну вот сейчас тоже подъезжаю, в общем, к городу Эшвилл. Сейчас поднимаюсь, получается, с Южной Каролины наверх, на Северную Каролину. В горы еду, вот уже перед нами гряда горная, 26-я дорога. Ну и не знаю, что-то здесь ремонт дороги, скорее всего, вряд ли пробка. Показывает, 30 минут будем стоять. Так что ехать недалеко, казалось бы. Но вот с вот этими пробками, в общем, походу, мне сегодня работа до ночи обеспечит. Смотрите, что происходит, а? Я из своих пробок выбрался, а вон навстречу какая. И я уже еду 10 минут, и что-то думаю, ну надо, наверное, заснять, потому что она все не заканчивается, не заканчивается. Я проезжал, ну да, там что-то стоял полицейский, какой-то, по-моему, ремонт работы, ну такое, чтобы что-то колоссальное случилось. Ничего не было. Однако, вот, пожалуйста, стоят. О! Целый огород, и бесконечно просто стоят и стоят, ё-моё. Ну я вам скажу, реально очень загруженная дорога, очень, машин прёт, с ума сойти. Вот эти, то что я говорил, вон, смотрите, сейчас вот с горочки съезжаю, пожалуйста, смотрите, сколько стоит, ё-моё, просто вплотную набились, как банки в селедке. И целый огромный состав, многокилометровый, из фур стоит. Ай-яй-яй, о, ребята залипли здесь на 2 часа, так точно. Да. Нет, друзья, это не та же самая пробка, это следующая пробка. Проехал 30 минут, и вот, пожалуйста, 3 полосы, все забиты. Вон, смотрите. Обалдеть. В общем, я только что проезжал, и там ехал этот пикап-трак, а за ним, получается, ну такой домик на колесах, орвишка.
Ну и вот он, в общем, перевернулся. Три полосы перегородили. Пожарники, полиция. В общем, полностью закрыли магистраль. Ну и все, ребята тут встряли тоже на пару часов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-шки, что происходит, да? Все, день закончен. Тракстоп такой интересный. Сейчас жена звонила, говорит, ну что, нашел парковку? Я говорю, не, я говорю, заезжаю на тракстоп. Она говорит, как называется? Вон, видите название, написано «Вау!» Тракстоп называется «Вау!» Ай, не знаю, что тут «Вау!» Вон, смотрите, какие-то поставили бетонные такие штуки и палки торчат. В общем, типа парковаться нельзя. Мне повезло, вот было последнее место, представляете? Я сюда запихнулся. Вот так вот аккуратненько встал. Что-то здесь как будто бы подспущенные колеса. Знаете, как я на камень на какой чуть не наехал, острый. В общем, вот так вот запарковался. Хорошо, парковки широкие места. Вот, но вот видите как. Я уверен, что сейчас еще вот здесь набьются просто вдоль дороги. Там станут, не зря вот эти поставили бабашки бетонные. Вот, но я думаю, что людям это не помеха. Кто-нибудь 100% встанет прямо мордой вот в эту штуку, упрется. И все, и все будут его с левой стороны объезжать. Ну что, а я буду отдыхать. Сейчас 7 часов вечера, вот уже закат. Через полчаса уже темень наступит. Что я сейчас пойду делать? Разберу продукты, которые с собой взял. Потому что, честно говоря, с утра заскочил в трак, сумку вот так поставил и даже не разобрал. Пойду умоюсь, приведу себя в порядок, почищу зубы, буду кушать селедку под шубой и смотреть какой-нибудь фильм. Вот, лягу спать, а завтра утром к 8 поеду на выгрузку. Так что, друзья, всем до завтра. Экстренное включение, нифига не до завтра. Короче, я тут стоял возле этой пиццы, записывал видосик, да, ну и такое уже все, иду. Иду к траку, смотрю, что-то валяется. Подобрал. Смотрите, какая штука офигенская. Скажете, что это, друзья? Это раскладной такой вот... Такая вот раскладная штучка очень интересная. Раз. Сейчас одной рукой. Два. Пожалуйста. Вот такие вот для работы кусачки. А вот эта штука мне... Ой. А вот эта штука мне... Честно говоря, непонятно. А, вот здесь у нас еще, пожалуйста, есть. Но это одной рукой неудобно. Сейчас я разверну, покажу вам. Так, здесь у нас есть мини-отверточка, нож, открывашка, пилка. И вот это. Ух ты, так это еще и фонарик. Опа, смотрите. Только он, походу, не горит. Ну-ка. Не, фонарь. Ну, я, в общем, покручу, может. Да, там вон батарейку надо, походу, поменять. Либо что-то нажать. Ну, в общем, вот такая вот находочка. Пригодится. А вон чувак уже паркуется, походу, как я и говорил, вдоль дороги. Приехал на выгрузку. Смотрите, сколько тут машин стоит. Просто вдоль обочины. Просто встали. Я уже еду, наверное, метров 300 просто вдоль дороги стоят, знаки стоят, не парковаться, ничего, они просто стоят. Вот такая вот обстановка сейчас с парковочками, ну а нам вот сюда. Ух ты, как высоко горочка. Вот помните, когда я говорил, что с какого-то старого-престарого места мы едем непонятно куда, но вот приехали мы в такое же, походу, старое-престарое место. Чем оно отличается? Наверное, аренда может дешевле, либо помещение. Но здесь гораздо меньше помещений. Сказали ехать вокруг. Ёшкин кот, здесь... Ну, в принципе, можно проехать нормально. Аккуратно, тихонечко. Тихонечко, аккуратненько. Ничего не зацепить бы. Нормально. Я как раз приехал, получается, водитель, который грузился вчера передо мной, он разгрузился сегодня утром. Я вот только-только я заезжал, а он отсюда выезжал. То есть я приехал прямо вот тютелька в тютельку.
если я вчера не хотел туда лазить, вот я вам показываю почему. Видите, вот это говнище. И здесь вот все уже, вон видите, весь полностью все в масле. Масло, стружка, всякая вот эта вот белиберда. Вот это все говно пришлось сюда везти. Старое, все падает, что-то вон там какие-то валяются детали. Там солнце. Ну, еще у меня тут приключилось. Значит, я заезжал, вам сказал, да, что горочка. Смотрите, что с моим крылом стало. Вот это крыло хорошее. Вон, посмотрите, что с этим крылом стало. Сейчас объясню, как это получилось. Вот сразу видишь, когда груз говно, и все получается через жопу. Тут, конечно, и моя вина есть. Значит, вот эти вот штуки, вообще их надо, конечно, отсюда убрать. Я ими так редко пользуюсь. Они постоянно из-за вибрации съезжают вот сюда вот вперед. Вообще их, конечно, надо было просто закрепить бы там и так далее. В общем, была высокая горка. Я начинаю заезжать, грузовик вот так, прицеп вот так. Получается, вот эта часть очень близко подвигается к крылу. Здесь стоит вот эта трещотка. Видите, я ее просто отодвинул. Она была вот здесь вот. Ну и получается, вот эти царапины уже были. Вот это было. Хотя даже не знаю. Вот это, ну тут было точно. Но не так сильно. Не знаю, получится. Ну получится, конечно, выровнять. Но это надо сейчас вот все раскрутить, снять крыло. Ну, можно и так поездить. Оно, конечно, никуда не денется. Оно стоит. Все написано, да, на моем лице. Ладно, я уже, честно говоря, я уже не расстраиваюсь, потому что такая работа. Значит, расклад такой. Простоял, выгрузился. Там буквально в 2 километрах оттуда был такой небольшой трак-стопик. Заехал туда, позавтракал. Вот, спустя 2 часа забронировал груз. И сейчас двигаюсь в сторону загрузки. Сейчас, конечно, ничего рассказывать не хочу, потому что очень часто бывает такое, что что-то скажешь, и потом груз срывается. Вот, не хочу, чтобы груз сорвался, поэтому давайте так, заеду на загрузку, когда уже будет, получается, груз на прицепе, тогда уже все подробности там уже и сразу расскажу вам, что да как. Как я и сказал, расскажу, когда груз появится на прицепе, но я приехал, груз уже увидел, вроде бы все сказали нормально, поэтому рассказываю вам. Значит, после сегодняшней выгрузки начал искать груз новый. Сегодня пятница. 2 часа простоял, вообще нифига. Вышел один груз,
опять 600 километров ехать, там 6-6,5 часов, недалеко от Нэшвилля, то есть из Огайо в Нэшвилль, штат Теннесси. Сегодня пятница, доставка на понедельник, то есть, ну, сами понимаете, да, 600 километров, это, ну, вообще ни о чем. В носу ковыряюсь. Конечно, очень бы хотелось бы что-нибудь взять в раза в три подальше, но, ну, нету нифига, нету. Я сидел, как бы думал, брать его, не брать, брать, не брать. В общем, в итоге я позвонил, его забрал этот груз. Вот сейчас приехал на завод. Завод занимается производством автомобильных запчастей, насколько мне известно. А я буду забирать просто какую-то лабуду. Покажу вам сейчас, значит, вот стоят контейнеры. В них перевозят разные запчасти. Куча трейлеров. Но мне сказали так: братан, ты попал. Он, видите, стоит в доке, получается, грузовик с наклейками оверсайз. Он приехал, походу, тоже грузиться. Там огроменная какая-то штука. Если мне получится зайти туда, показать вам немножечко, что там происходит. А сейчас грузят большой оверсайз. Вот. А я буду забирать вот. Вот это все, что здесь стоит, вот это мое. Какие-то ступеньки, какие-то, короче, лабуда, в общем, ерунда. Вот это все мой груз. Вот. Но, как вы видите, легкий, ничего вообще особенного. Вот. Расчехлю пока прицеп, буду ждать. Наверное, здесь меня будут грузить, раз уже это лабудень на улице, значит, на улице меня грузить и будут. Ну, если получится, пойдем внутрь, расскажу там, что грузят. Так, втихушку вам поснимаю. Короче, вон много-много всяких станков. Там роботы дальше трудятся. Людей очень мало. Вот. Ну а там идет процесс погрузки. Да, большая штучка. 110 тысяч паундов, это 50 тонн. В общем, все эти запчасти, которые забираю, это от той большой дуры, которая негабаритная и тяжелая, которая 50 тонн весит. Это вот для нее. Видите, ступеньки, конвейер, компьютер и все дела. Короче, опять всякое говно. Ёшкин кот, короче, такого мне говнеца нагрузили. Сейчас пойду покажу. Запарился я тут крепить это все дело. Так, ну вот, вы видели, значит, вот таких вот две лестницы. Наверх положили еще пару каких-то лестниц. Тут все понятно, веревками здесь, здесь. И третью вот здесь через поручни пустил. Дальше у нас лежит вот такой вот длинный конвейер. Вот эти вот уши алюминиевые, они гнутся очень сильно. То есть, когда я затягиваю сверху, вот эти уши прогибаются. Значит, что сделали, видишь, такими брусками на распорке поставил, чтобы оно не сминалось. Здесь уже досок не хватало. Вот такие вот начал конструкции придумывать. Просто подкладывать блоки. Здесь, ну тут вот немножко выгнулось. Не знаю, тут вот, ну тут видно, да? Малость, уровень ушел. Ну что смог, то придумал. Дальше, какой-то стол. Там, короче, детали, перебрал, стол так поднимается, это вся поработина улетает, видимо, на конвейер там куда-то дальше. Вот тоже кусок лестницы. Одну так веревку, другую так. Ой, здесь у нас робот стоит, робот и еще какой-то ЧПУ, короче, рядом поставили вот так вот за ноги. Это было ниже,
робот, чем та штука на колесах. Подложил доски снизу, приподнял. Здесь какой-то стол с чем-то, не знаю, что это такое. Ну, как бы внешне. Хрен его знает, на что это похоже. Типа сварочник. Я не знаю, ребят, друзья. Вообще без понятия. Здесь какая-то лабудень в ящике. Просто вот так вот болтается. Я закрепил, чтобы оно как бы туда-назад не ездило. Ну, вперед оно точно не поедет. Там вот эти вот ноги мешают. Главное, чтобы оно назад никуда не поехало. Ну, тут веревка держит в порядке. Ну, а здесь вот видите, какой-то контроллер. Включить, выключить провода. Ага, здесь написано центра температура контроллер. Какой-то контроллер температуры. Бип-бип-бип, нажимаешь, и все в порядке. Не знаю, как это дело барахло доедет. В общем, мне ехать, ну, где-то 650 километров на 3 дня. Значит, так, вот тут у меня еще кусок лестницы раз. Никак не крепил, просто потому что уже, ну, не хочу. И ящик, пусть так стоит. Но все равно никуда не денется, когда закрывается тарп. Здесь, во-первых, стропа прикрывает, оно никуда не денется. А во-вторых, когда тарп закрывается, там еще алюминиевые стойки, так что оно туда оно точно не улетит, назад не улетит, вперед не улетит, только что если в бок. Ну, а сбоку здесь нормально. Все, друзья, закрываю ее прицеп и уезжаю отсюда. Не очень мне это место нравится. А, ну и вот у меня будет всю дорогу так охлаждайка, короче. Все, привезли наконец-то мне документы. Выезжаю. Как я говорил, ехать тут в принципе недалеко. 6 часов. 6,5 возьмем. Ну, 7 давайте. 650 километров. Короче, едем мы с вами, друзья, в... из города Дейтон, штат Огайо, едем в город Нэшвилль, штат Теннесси. Сейчас поеду на заправку, полтора часа до нее ехать, заправлюсь. Вот, ну а там посмотрим, буду планировать, где будем останавливаться на ночь. Ну что, господа, хочу вам сказать, день подходит к концу. Значит, вот решил немножко поснимать, тут солнце светит в глаза, ужасно. Сейчас поворачиваемся от солнца, ну и как раз включил камеру такую. Так, заехал я, заправился, заправка сумасшедшая. Сколько? Баксов 900 я заплатил. Вот. На тракстопе дурдом творится, ромашка. Люди дерутся за парковки, все занято, все забито. 6 часов вечера, короче, не протолкнуться на стоянке. Не то, чтобы я там сильно, конечно, устал, я бы, в принципе, уже остановился, но мне как бы ехать еще можно до самого предела, вот, но желания нету. Вот, ну я решил, в общем, еще полтора часа прокатиться, там вроде бы стоянка побольше. И вроде бы мест тоже побольше, так что, возможно, я найду парковку. Вот. Ну и приеду где-то часов в начале 9, так что думаю, что, возможно, мне повезет. Воскресенье. Значит, я уже в 60 милях от моей выгрузки завтрашней. Решил проверить, как тут мой груз. Так, ну вот, как я... В принципе, и говорил. Вот, смотрите. Нижняя ступенька. Ящик вообще не сдвинулся. Ступенька чуть-чуть шевельнулась. Но это не страшно. Так, что у нас здесь? Конвейер лежит нормально. Здесь стол этот. Стол вроде бы стоит. Что не делось никуда. Так, вот это что у нас тут стоит. И здесь стоит. Я еще подкладывал, видите, специально дощечки, потому что оно вот этим острым углом лежит прямо. Так, здесь у нас... Ну, здесь я сильно не затягивал, потому что здесь провода и сверху панель. Так, по роботу что у нас тут?
вот это вот сильно расслаблено. Этот ящик немножко сдвинулся. Его сильно затянуть тоже нельзя. Чуть-чуть. Вот так вот. Я думаю, что и хватит. Все. Здесь все в порядке. Короче, чем я занимаюсь? Сегодня я вчера сюда приехал где-то в час дня. Да ничего не делаю. Фильмы смотрю, кушаю, отдыхаю. Выгрузка завтра. Вот. Ехать мне остался час. Как бы я мог бы, в принципе, доехать до самого конца и там где-нибудь заночевать. Но там негде. Негде остановиться. А, кстати, вот я не показал вам. Было еще хуже, да? Подсунул снизу такую железную бару, толкнул. В принципе, эта часть выровнялась. Здесь, конечно, да, вмятинка есть. Там уже потом как-нибудь еще подровняю. Вот. Ну и сейчас собираюсь тоже пойти взять что-нибудь перекусить. Я буду смотреть фильмы уже до завтра. Погода, видите, какая. Прохладно на улице, где-то градусов 8-9. Так, свежо. Так, ну что, пришло время пообедать. Сейчас я тут овощи посолю и расскажу вам, что буду кушать. Сходил на заправку. Там, естественно, из еды только фастфуд. Ничего толкового нету. Взял только вот маленькие такие пакетики соли одноразовые. Ну, так я скажу, что одноразовых одного пакетика хватает, чтобы так нормально посолить овощи. Значит, что у нас сегодня? Вот такой плов пошел, разогрел. Плов с мясом. Еще вот пар от него идет горяченький. Значит, помидоры, огурцы и свежий сладкий перец. Сейчас мы все это дело будем с вами употреблять. О. Люблю сладкий перец. Обалденная штука. Вот самое удивительное. Сладкий перец сырой. Я ем. А вот иногда делают фаршированные перцы. Не могу. Вот готовый перец в супе, тушеный, да, фаршированный, или печеный на гриле. Ну вот не могу и все. Вот свежий люблю. А когда он приготовленный, вообще терпеть не могу. Не знаю, почему так. То же самое с помидорами. Свежие кушаю. Не люблю маринованные помидоры. И, ну, во всякой, всякого рода бывает, там, в омлет жареные, там, обжаривают помидоры. Или тушеные помидоры. Или, там, какие-то вареные, консервированные. Вообще не могу никак. Огурцы люблю. Свежие люблю, маринованные люблю. В салате люблю везде. Но вот слабосоленые или просто бывают соленые огурцы, моченые, тоже не люблю. Вот не знаю, как странно у меня какие-то вкусовые качества. Ну и параллельно смотрю телешоу «Голые и напуганные». Не знаю, любите вы такое смотреть, не любите. Люблю всякие передачи на выживание смотреть. Кстати, дайте, пожалуйста, обратную связь. Есть очень большое желание у меня сходить вот в такой вот поход недельный. Конечно, не так, как они там выживают, полностью голые, где-то в сильнейший мороз, либо в сильнейшую джунгли, там, где всякая мошкара и так далее. Короче, там, где ни еды, ни воды, ничего нету. Прям с лужи пьют, там огонь добывают и так далее. В такой более-менее цивилизованный поход в одиночку, где-нибудь в дикое место, где надо будет, конечно, разводить костер, вот, но с палаткой, то есть брать палатку, какой-то спальный мешок, минимальное количество еды, чтобы можно было попробовать что-то самому добыть. Ну, в общем, вот такое вот, если бы я пошел,
и поснимал, потому что есть очень большое желание. Не знаю, как вот вы отреагируете, понравится вам такая тема или не понравится, потому что мне вот очень заходит, очень хочу это воплотить в жизнь. Не знаю, как получится, не получится, ну, дайте обратную связь. Все, я буду кушать, друзья, вам дальше приятного просмотра. Понедельник, утро. Что тут происходит, а? Горим или что? Называется регенерация, видите? Дым валит из-под капота и из-под отсюду. Рев стоит на всю Ивановскую. Значит, что, 5:30 начинается утренняя смена. О, сейчас кофе, зубы, легкий завтрак и поехали. Так, все, открепляемся. Выгрузился, выезжаю сейчас с территории завода. Помните, да, этого парня, который грузился? Он сюда приехал в субботу, сбросил прицеп. Смотрите, как он красивенько заторповал. Молодец, красавчик. Он говорит, я уже оттуда уехал. Он раз, два, три, четыре, пять осей. Маленькие, такие же, как у меня, 17,5 колеса. Но он говорил, что он уехал оттуда только в субботу утром. То есть в пятницу он еще там целый вечер заторповывался. Вот, а потом в субботу только утречком оттуда вытащился. Думаю, что на этом, в принципе, можно и заканчивать серию. Я думаю, что она получилась у нас небольшая, коротенькая, но вы на меня тоже не обижайтесь. Таких вот два коротеньких рейса объединили в один. Я немножко сейчас расстроен, да, объясню почему. Когда в пятницу я ехал, всегда стараюсь с пятницы на понедельник найти груз, чтобы вот так вот выгрузился утречком и сразу на загрузку, и пошел и поехал. В пятницу был один груз, буквально тут 10 миль от меня, так рядышком, очень хорошо платили, прям очень, там 250 миль ехать, платили прям шикарно. Но было одно условие «но», загрузка в 7 утра, доставка в 4 часа вечера,
строго 7 утра. А у меня в 7 утра только здесь назначена выгрузка. То есть сейчас вот 8 утра 10 минут, 8-10. То есть пока я туда еще доехал, ну, было бы 9 утра. То есть я не хотел подставлять. Естественно, этот груз забрали. Я позвонил брокеру через 5 минут. Он говорит, что этот груз забрали. А он говорит, типа, а ты там будешь, да? Я говорю, ну да, в понедельник буду, в 8 утра, уже в 9 я буду свободен. Он такой, все, я тебя понял. Я говорю, запиши мой номер. Да, да, конечно, я сейчас запишу. Говорит, у нас часто грузы и на выходных бывают, и туда-сюда. Говорит, я тебе обязательно позвоню. Значит, я пока выгружался, естественно, когда я выгружаюсь, я грузы смотреть не могу. Телефон лежал в кармане, я так периодически поглядываю, минутка, когда остается. И так раз посмотрел, 30 минут назад груз выходит отсюда, где я нахожусь. Ну, не прямо с этого места, но тут недалеко, в часе езды. Опять от этого же брокера. Чуть-чуть похуже платили, но все равно хорошо. Я ему звоню, он такой, а уже груз забрали. Не стал я, конечно, ему напоминать, потому что, ну, не знаю, я считаю, это как-то... Он, конечно, имеет право абсолютное, то есть он мне не обязан звонить и ничего он мне не должен. Но мне кажется, так правильнее было бы. Во-первых, зачем искать машину, когда я сам уже позвонил, встал в очередь, записался, говорю, ну, я буду ждать тебя, твоего звонка и так далее. Это же несложно, правильно? Позвонить, спросить, хочешь груз? Давай, бери. Не хочешь? Ну, типа, все, тогда ставлю на борт. Ну, в общем, этот груз тоже ушел. Понятно, что у меня сейчас ничего пока нету. Будем надеяться, что что-то найду. Так что на такой ноте, друзья, буду заканчивать. Поеду сейчас куда-нибудь на стоянку, встану и буду искать груз. Всем пока и до встречи в новой серии.